Основной целью работы Центра карьеры является создание условий для карьерной востребованности и мобильности студентов Высшей школы бизнеса. Кроме того, мы оказываем информационно-консультационную поддержку нашим студентам в вопросе построения успешной карьеры и развития деловых партнерских связей с компаниями-работодателями. Мы ждем в Центре карьеры заинтересованных студентов, бакалавров и магистрантов. Принцип работы Центра карьеры – это индивидуальный подход и, конечно же, анализ обратной связи от студентов. Конечный результат – это подбор именно той позиции, которая будет хорошим стартом в карьере выпускника. Центр карьеры сотрудничает с ведущими российскими и зарубежными компаниями, которые входят в рейтинги «Эксперт-200», «Fortune-500», «50 топ лучших работодателей». Высшая школа бизнеса по-прежнему остается приоритетным партнером компаний-лидеров отрасли в развитии управленческих кадров и технологий менеджмента. В настоящий момент в копилке Центра карьеры более 200 мест практик и стажировок. С точки зрения разбора моего CV, Центр карьеры помог мне понять и обратил мое внимание на слабые стороны и дал мне подсказки, как можно их исправить. Также Центр карьеры помог мне понять мои сильные стороны и как их можно подать в резюме в печатном виде, и как лучше структурировать резюме и подать опыт, релевантный, который у меня есть для моей позиции. Чем мне помогла карьерная консультация с тренировочным интервью? Тренировочное интервью позволило мне понять, как лучше отвечать на вопросы, потому что всегда есть правила игры, которые может не знать кандидат, но рекрутер ожидает, что он будет отвечать определенным образом. И если ты заранее про это не знал, то ты, скорее всего, растеряешься на собеседовании, поэтому этот опыт был для меня очень полезным.